Всем привет, друзья, с вами Корвит, и мы находимся в Undermine. Уже все, кто только смог ее обозрели, поиграли, я только сейчас до нее добрался. Ситуация была в том, что я уезжал из города, меня не было возле компьютера, и поэтому, ребят, видосики не выходили аж целую неделю. Но я думаю, что будем исправляться, и сегодня вот будем смотреть, делать первый взгляд на Undermine. В игру я не играл, буквально зашел, посмотрел, че кого, и сейчас будем вместе с вами продолжать. Вот, 53 секунды я отыграл. Удаляем это сохранение и начинаем новое. Ранний доступ, альфа-версия, все дела, все как мы любим. Здравствуйте, здравствуйте. Так, и что у нас здесь? Иди сюда немедленно, пойдем, пойдем. Там кто-то нас зовет. Гендальф. Гендальф, ты ли это? Воу, что-то трусится. Шахты, говорит, больны. В шахтах какая-то происходит эпидемия, какая-то хрень. Forget new equipment, возьми новую экипировку, кузнец. Короче, нам нужен кузнец. Нам нужно где-то, видимо, раздобыть кузнеца. Пикап. А как мне это пикапнуть? Так, у меня есть кирка. Ни хрена себе, у тебя кирка, офигеть. И я могу ее еще метать. А что еще могу делать? Я могу прыгать, удивительно. На Shift я ничего не могу делать, на Ctrl я ничего не могу делать, на Q E ничего, на F ничего. Хорошо, как мне пикапнуть? На E, на F, на F. Artifact Discovery Journal. Есть, теперь у меня на Tab есть журнал. Вот. А почему я стою жопой, скажите, пожалуйста. Чувак, развернись, как тебя? А, наверное... Keep it journal. Так, ну это получается мой, типа, инвентарь. О, смотри, то есть... Каким боком я стою, таким боком я тут и отображаюсь. Забавненько. А, значит, есть кирка, есть туника, есть перчатки. Это что такое? Counter... Я не знаю, что это такое. Так. Жизни 200. Swing damage. Throw damage. А, ну это типа обычный урон. А, это урон от метания, бомбы. Gold. Я не знаю, что это такое. Так, бестиарий. О, поринг. Поринг. Ставь лайк, если знаешь и помнишь, кто такие поринги. Пип. A book operated... Какой-то книги, говорит, не хватает. Какая-то книга пропала. Так, ну ладно. А где, подожди, а где указано, что мне делать? Какая-то миссия есть или типа того? Никакой миссии нету. Хотя, может быть, и есть, просто я не досмотрел. Ключ, видимо, отсюда. Unlock. Down. Так, подожди, давай сначала посмотрим, что у нас здесь есть, а потом будем даунить. Лаборатория, она закрыта. Кузница. Есть кузница, но в кузнице никого. Так, прыгаем вниз. Вниз, да? Вот так, опа. Так. Gold mine, золотая шахта. Камень я добыть могу? Нет, камень я добыть не могу, к сожалению. Что у нас здесь? Pray space to jump. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Опа, отлично. Опа, крыса, 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 крыса. О, нифига себе. 16, 24, 16. Так, а мне интересно, вот я отнял у нее 16, да? Крит был 24. А вообще написано, что 14 должен быть дамаг. О, грибочки. Может быть, их надо было поднять? Ладно. Так, здесь что у нас? Она не бомбанет, да? Мне ее надо взять. Я думал, она сейчас взорвется. Призье to drop a bomb. Drop a bomb. Оба-во, беги-беги. Берем. Че разлегся? Работать надо. Right control weapon. Бросить оружие. Воу! Офигенно, one shot. Вот это похоже на ключ. Смотри. Кусты вот эти очень похожи на ключик. Тут больше ничего нету. Мне, видимо, нужно было встать вот сюда, да? И вот так вот сделать. Ну ладно, я в принципе так его тоже убил. Ух ты! Вот это да, здесь даже отражение есть. Ай, жесть. Поринги. Это мое золото. Ну иди отсюда. Они воруют мое золото. Beware pilfers. Пилферсы. They are thieves. Thieves. Я понял. Бойся этих, короче, гад.
А, цыпленок мой, да? То есть он мне помогает, видимо. Собирать, смотри. Опа, собрал тоже, видишь, монетку. А, да, это мое! Собака сутулая. Так, ну пойдем сюда наверх. Ух ты. Arsine Ring. Get. Arsine Ring. Я нашел какое-то колечко. Ух ты, максимум ХП. Прикольно. Давай смотри дальше, что у нас есть. Good luck. Удачи. Иди занимайся своими делами. Так, ладно, вниз. Второй уровень шахты. А где-то отображается, на каком я уровне? А, вот, да, смотри. Второй уровень шахты, реально. Real. Это что такое? Какое-то растение, но оно недобываемо. Шахта номер 2. А эти поринги, они, я так понимаю, везде, что ли, бегают? Подожди. Они везде. Она действительно... Вот, собака. Тихо. А что трясется? А там, смотри, тоже есть золото. А как его забрать? Видимо, мне нужно будет улучшить кирку, а потом сюда верну... Смотри, там... Там светятся глаза чьи-то, видишь? Вон. По-моему, я что-то здесь сломал или разбил. А, блин, тут там висел же этот факел, а я его сломал, да? А, тихо! Спокойно! Спокойно, пацаны, вы чё, блин? А чё они такие дикие? Тихо. Блин, да что ж... Что ж так неудобно-то? Ать. Шипы. Блин. Хо, это было сложно. Несмотря на то, что это первый, по сути. Первые такие ребята. Но почему-то было сложно. Можно сломать свет. А зачем, интересно, мне его ломать? А чё мне? А, тут надо прыгать, видимо, да? Я думаю, что, видимо, да. А тут все закрыто, здесь мне идти некуда. Подожди, ну здесь же я могу бегать, правильно? То есть вот так. Ну да, все правильно. Мне показывают комнаты на карте. Это хорошо. Вот здесь что-то есть. Видишь, здесь тоже что-то есть. Ну давай хорошо сходим тогда сюда. О! Что за грибы? Грибы? Они меня толкают. То есть они, видимо, могут меня откуда-нибудь, знаешь, типа выбросить, сбросить. Но здесь камень, здесь я не пройду. Здесь путь у меня заблокирован. Заблокирован. Давай посмотрим, что у нас наверху. 150 х... О! Open. Собираем. Ну-ка, пошел вон отсюда, поринг вонючий. Оть! Улетел. Но он их не убивает, он, видишь, такой гуманный достаточно шахтер. Достаточно гуманный шахтер. Все, тут больше ничего нет. Я сорян, я случайно. Так. Давай посмотрим, что у нас с этой стороны. Ого. То есть здесь, по сути, у нас конец уровня. Я думаю, что выглядеть они будут примерно так вот. Бомбочка, у меня две бомбочки есть. А, стоп. Вот так, вот. Теперь можно пойти дальше. Подожди, а там упал... я могу его как-то подобрать? Нет? Нет, это просто череп валяется, видимо. А бомбочками же можно взрывать эти камни. Скорее всего, бомбочками их взрывать и нужно. То есть смотри, я скидываю здесь одну бомбочку. Прохожу и смотрю, что... Оу. Дядька. Дядька, привет, дядька. Толк. А, друг говорит, я, говорит, кузнец. А... Куда ты пошел? By the way. То есть он здесь. А, его, видимо, завалило, может быть, как-то, или типа того. Я думаю, что это как-то так работает. Масло. Масло, возможно, можно поджечь. Хорошо.
Улучшение какое-то, какая-то карта. Чертеж ботинок. Чертеж ботинок? А я не вижу, чтобы здесь где-то были ботинки. Я могу еще очки себе повесить. А ботинок я здесь не вижу. Интересненько. Интересненько. Shop cost. 370. А как его скрафтить? А, ну, наверное, у кузнеца. Кузнеца, в принципе-то, я нашел. Теперь-то все хорошо. По идее, он должен будет вернуться, наверное, в город. Наверное. Пойдем, я еще схожу сейчас в одно место. Так, вот туда, по-моему. Вот. Вот здесь тоже нужно взорвать. Видишь, там есть золото. Баданч! А, так их можно ломать, вот эти штуки. Ух ты, блин! Я думал, он его возьмет как-нибудь автоматом. Pretty Fate Rock. Я не знаю, что это такое. Какая-то, короче, фигня неведомая. Отдай! Хорошо. Так, а стоит ли взрывать вот эти камни, которые внизу? Я думаю, что там тоже вполне может быть что-нибудь интересное. Бам! О, видишь, какие-то, смотри, сумки. А что за сумки? А, это еще бомбы. Бам! Ключик. А, ну мне сюда, по идее... Нет. Слушай, так я, получается, нахожу вообще какие-то абсолютно левые ресурсы таким вот образом. То есть я нашел еще один халявный ключ. Мясо, вот смотри, 20 хп. Оказывается, тут это все взрывать нужно. То есть это не просто так, знаешь, какие-то камни валяются абы как. Нет, их нужно здесь взрывать. Это прикольно. Вот здесь ничего нету. Ну, у меня, в принципе, две бомбы есть еще. Я не знаю, стоит ли взрывать эти два камня. Ну, давай. Ничего, блин, ладно. Я бы лучше, наверное, взорвал бы вот эти камни. Ладненько, ладненько. В принципе, ключик я набрал. А, вот туда вниз я еще не ходил. Давай сходим, посмотрим, что это такое. Тут какой-то Будда. Воу, это продавец, да, насколько я понимаю. Могу купить ботинки, мясо или ключик за 120. Ну, мне ничего, в принципе, не нужно. У меня все есть. Я могу с ним поговорить. Что-то он говорит там за 1000, что? Программа какая-то... Программа лояльности за 1200. Ну, что-то это как-то много, 1200. Ты чё, блин, жирный поринг? Офигел? Это этот. Из 300 спартанцев. Забыл, как его зовут. Который перс. Короче, вы меня поняли. Так, идем сюда, теперь на выход. Вот. Это похоже на что-то ужасное. Что это такое? Good guidance. Guidance какой-то. Я не знаю, что это такое. Какой-то guidance. А куда мне? А, подожди. Стопэ, стопэ, стопэ. Мне вот туда ж, наверх, правильно? Мне нужно в пещеру. В дырку. В дырку, я имею в виду. А что это такое? Как это использовать теперь? У меня есть вот такой ключик, который я, видимо, использую. Есть такая штука. Petrified Rock. Drop rate of team from... А, типа увеличивает шанс упадения каких-то предметов из камня. Рикошет. А, рикошет этой кирки. Прикольно. А рикошет от чего? От монстра или от какого-то предмета? Опа, денежки. Ну-ка, зараза. Смеется еще там что-то. Мне вот еще, знаешь, что интересно? Есть ли здесь генерация подземельев? Или они всегда одинаковые? Напиши, если ты тоже в эту игру играл. Такое же ли у тебя подземелье, как и у меня? Просто поразлетались во все стороны. Офигеть! А чего их так много? Блин! Блин! Фух. Ну, я немножко потратил здесь, конечно, жизней. О, ключик. У меня уже два, в принципе.
денежки. Баданч! Баданч! Так, тихо. Хо-хо-хо. А могу ли я... Вот сюда, допустим, не? Не, никак. Не работает. Это... Дядька. Дядька, ты чё там, дядька? Какой-то маг его, что ли, здесь закрыл? А у меня есть ключ или нет? А, нет, здесь уже какой-то специальный ключ. The special key. Ну, пойдем. А, здесь опять этот. Блин, ребят, напишите в комментах, как звали этого царя персов, 300 спартанцев. Я забыл, блин, вообще вылетело из головы. Совершенно. Крутится вот буквально на языке, но не могу вспомнить. Никого нету. О, никого нету, ни хрена себе! Ай, а как? А где оно падает? Как понять, где оно падает-то? А, вон, вижу, все. Блин! А, смотри, камни его тоже дамажат. Надо выпить зелье. Ух ты ж! А чё такое? А чё так... Меня, видимо, залагало. Меня залагало, да. Я не смог ничего, к сожалению, сделать. Back to hub. В смысле, всё, что ли? Я буду начинать с самого... А где я? А, я вижу, пришел кузнец. Окей, а вот я. Ну вот, предметы какие-то остались здесь. А ну-ка. Кузнец тоже теперь появился. Улучшенная кирка, улучшенная кираса. То есть все это, в принципе, можно у него покупать за золото. А вопрос. Ну то есть я, получается... Крафт за 8, у меня 0. А как выйти? О. Так, хорошо. Ну-ка, давай тогда посмотрим, что нам скажет маг. Маг-волшебник, кудесник. А можно как-то возродиться или нет? Very well. А, это какой-то, говорит, типа, новенький, ладно. Очки. Да я не знаю, что такое. Клякса какая-то. Рука клякса, соль. Я типа играю сейчас совершенно за нового персонажа. Почему-то кирка у меня улучшена. Я, получается, теряю, видимо, все, что у меня было вот здесь вот. И теряю все золото. Хотя какое-то золото у меня есть. Ладно, ну-ка, если я отправлюсь вниз, что там будет? Совершенно новая локация или старая? Gold Mine, шахта 1. Получается, шахта совершенно другая. Ключик. Да, шахта абсолютно другая. Ух ты, ни хрена себе, какой ты жирный становишься потом, со временем. Сначала такой вроде бы милый, хороший, а потом становится жирный и страшный. Сбираем. Что-то как-то в этих ящиках, бочках. Да, скорее всего, локации здесь меняются рандомно. От раза к разу, скажем так. Ух ты! Ты видел, видел? Это был какой-то другой, у него была бомбочка. И выглядел он как какой-то синий, злой такой поринг. Это ключ... Ключ-меч? Кейблейд. Да, это ключ-меч. Что он делает? Gain damage for each key you have. А, увеличивает дэмаг, получается, настолько, сколько у меня ключей есть. А почему здесь горит фиолетовый огонек? Ну, не знаю. Никак это, по-моему, не работает.
О! Смотри, какая есть фишка. Если ты кидаешь кирку через огонь, то она загорается. Прикольно. Но здесь больше ничего нет. Пойдем вниз. Так. А игрушка-то, ребята, оказывается, хардкорная. Это вам не это. То есть здесь особо не почилишь. Ах ты! Ах ты! Мелкое говно. Сбежал. Я дурак, сломал все эти. А, они опять здесь есть, смотри. Забирай, забирай все. Забирай, забирай все, отлично. Ну все, тут больше ничего нет. Там осталась одна комната. Давай мы ее сейчас тоже посмотрим. Может быть, там что-то интересное будет. Сундук. Open. Ключик юзаем и получаем много всего. А ну-ка, стой! А ну-ка, вот зараза! Ах ты ж, блин, буквально миллиметр. Сбежал с моим золотишком. Ай-яй-яй-яй-яй. Как ты мог, маленький поринг? Я тебя в чай заварю. Почему в чай заварю? Я с тебя кисель сделаю. О, вот так вот. Обидка. Мне показалось, или это... Нет, этот ящик трясется, смотри. Там кто-то есть в нем. Крыса! Ах ты, вонючая маленькая крыса. Еду кушаем. Правда, мне восполнять здоровье уже некуда. Ну да ладно. Ключа нет, к сожалению. 360... Так. Эти, в принципе, норм. Сложные, которые... которые плюются. Блин. Остальные, в принципе, на изи. Раскидываются. Так. Ух ты ж, нифига себе. Ну, крысы это вообще, конечно, изи. Крыса это вообще очень-очень просто и легко. Улетел. А я могу эту штуку вот так вот сломать? Нет. А если я, допустим, по ней ударю, она сломается? Нет. Бессмертная. Бессмертная. Цветы, цветы. Это не ломается. Ну, идем дальше, выше. Что у нас здесь? Большая дверь, гигантская. The giant door. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то где-то трясется. Тихо. А шипы их могут как-то повредить или нет? Жалко, что я не могу как-то в бок кидать. Кирку. Так, минус один, хорошо. На, получи. Тихо. Блин, я же видел, что здесь шипы, но все равно почему-то случайно на них наступил. Чуваку на голову капает. А, это такой же, как я, только типа уже скелет. Я понял. Голова скелета. Ничего нету, пустая голова скелета. К сожалению, тихо. Блин, здесь реально в каждой комнате поджидает какая-нибудь фигня. Тихо. Ах ты, мелкий поринг. Мелкий злой поринг. Забираем. А это просто так не сломаешь. Так. А ключа у меня нет, чтобы открыть вот эту дверцу. А, там вон, смотри, вниз можно пойти. Скорее всего, там будет торговец, да. И, возможно, у него я смогу купить ключ за наличку. Вот такой вопрос. Что лучше открыть? Дверь или сундук? А, сундук я открыть, наверное, не смогу. Ну, ладно. Есть бомбочка. А, сундук, видимо, бомбочкой надо взорвать. Но, чтобы его открыть, мне нужен ключ. А у меня ключа нету, к сожалению. Давай купим стейк, немножко восстановим здоровье. Ну и все. В принципе, можно уходить. Тихо. Фух. Успел. А тут смотри, можно подняться выше. То есть я могу, по идее, вернуться обратно. Так, ладно, пошли, короче, тогда дальше. Здесь я в любом случае уже ничего сделать не смогу. А, может быть, здесь где-нибудь будет ключик. Ну, типа, мало ли. Есть бомбочка.
Ключика я не вижу. Может быть, здесь нет? Нет, ребят, ключа нету, поэтому придется... Ага, смотри, 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 какая вкуснятина тут у нас имеется. Все. Ну, теперь можно идти вниз. Шахта номер 3. Так, забираем все это. Да, нет, 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 это мое. Это мое, уходи отсюда. Опа, вот и ключик. В принципе, с этим ключиком можно вернуться обратно. О, так тут еще и скидывать можно. А как, скажите мне, вернуться обратно? Смотри, здесь есть стрелочка, которая показывает наверх. Блин, я случайно не на ту кнопку нажал. А, может быть, надо прыгнуть здесь? Нет, я не знаю как, ребят, возможно, этого сделать и нельзя, может, мне кажется. Но здесь просто нарисована стрелочка наверх, то есть такое чувство, как будто туда можно забраться. Но, наверное, нет. На F тут ничего не прожимается. Не, я думаю, нет. Хорошо, посмотрим, что у нас в этой комнате. Офигеть, сколько вас тут, а чего вас так много? Блин. Так. Отлично. Они просто сами себя дымажат. Глупые крысы. Все. Теперь вот так. Вот так. Ух ты, еще ключик. Тихо. Отлично, еще ключик взяли. Два ключика у меня есть. Здесь есть две двери, насколько я могу понять. Это обманка, да? Это что такое? 15. Потратить 15 хп, чтобы дернуть за рычаг? Вы спятили? И кто-то на это купится? Реально? Так, а вот смотри, есть такая халявная рыба. И другого не надо. Другого не надо. Так, все это дело забираем. Use. Я опять, блин, не то сделал. Я нажимаю на E, я путаю кнопку E и F. Так, unlock. Нет, вот это. Вот это мы соберем. Вот это что такое? Ничего. Так, ну там торговец. Я думаю, что идти к нему смысла никакого нету. Внизу вот здесь что-то, я не знаю, вполне возможно, что там босс. Что-то мне подсказывает. Ну как нужно было убить этого голема, я так и не понял. Так, хорошо. Крысы, в принципе, изи. Просто так вот бьешь и все. Ничего сложного. Тут ничего нету. Совершенно пустая комната. Так. Ну ладно, пойдем. Босс? А, нет, здесь не босс, здесь дядька. Здесь дядька, для которого нужен специальный ключ. Дотсон. Дотсон, я не знаю, как тебя освободить. Давай тогда сходим, откроем вот здесь дверь. Я случайно. Так. Тут какой-то амулет. По-моему, что-то изменилось, да? Цвет какой-то стал у нее. Другой. У моей кирки. Хорошо. Так, пошли дальше. Пошли дальше. Сюда. Сюда. Здесь босс сейчас будет, да? А, не понял. Ага, вот он. Он очень сильный. Очень сильный босс. Плюс вот эти штуки падают. Офигеть. Офигеть, 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 офигеть. Офигеть, офигеть. Ах ты, вонючий мимик. Блин, блин.
Я пытаюсь понять, ребят, как его бить лучше всего. Блин. Ну, у меня нету ХП. И мне даже восполнить. А, смотри, кстати, у него ХП же было столько же, сколько я у него оставил после первого раза. То есть он, в принципе, я думаю, рассчитан на то, что его убьют не с первого раза. Хотя вот в этот раз я его уже ударил несколько нормальных таких разов. Так, тихо! А, я, кажется, немножко начинаю понимать. Камни падают примерно в том месте, где он катается. Плюс-минус. Так, хорошо. Блин, 34 хп. 34 хп. Не, ну я думаю, что вряд ли я его сейчас убью. Скорее всего, он выиграет. А мы вот так. Офигеть, ты это видел? Он просто отбил мою бомбу в сторону. Ах ты, гад такой вонючий. Не докидывает. Очень-очень маленький радиус у моей кирки. Очень маленький радиус. Так. Ах ты же, блин. Забирай, птичка. Нет. А, смотри. Она забрала часть какую-то, видишь? То есть, все-таки какая-то часть денег у меня остается. Фух. Теперь я беленький. Ладно, ребят, что можно сказать? В целом, игра прикольная, интересная, очень хардкорная. То есть, играть здесь нужно, блин, ну, долго, скорее всего. Вот, так что, если тебе понравится, если хочешь продолжение, давай прожмем много-много лайков на это видео. И тогда уже я посмотрю, подумаю, что нужно ли оно тебе, хочется ли оно тебе. В общем, с тобой был Корвет, и давай, все, пока.